Дорогие друзья, меня зовут Антонина, приглашаю вас на свой канал «Дачный сезон. Круглый год». Это мои посадки базилика. Это базилик, сорт называется «Смарагд». У него особо зеленые листья, что очень важно для приготовления песто. Но сегодня я хочу рассказать, как прищипывать базилик, чтобы он лучше кустился, когда проводить эту процедуру. Ну вот базилик, это многие знают, что это пряная трава, выращиваемая в основном ради своих ароматных листьев. И чтобы получить с каждого кустика больше зеленой массы, огороднику необходимо предпринять некоторые меры. Одна из них – это прищипывание. Вы знаете, я у себя на работе сотрудникам рассказывала, как сохранить до осени зеленый куст базилика и собирать постоянно с него зеленые листья. И все сказали: вау, мы такого не знали. Поэтому вот я как бы решила рассказать всем в Ютубе, в своем видео. Может, действительно кто-то об этом не знает, и это ему поможет насобирать массу зеленых листьев базилика для приготовления различных блюд. Может быть, для сушки листьев, может быть, для салатов, может быть, для приготовления пасты песто. Кто где куда использует этот базилик. Итак, вот это кустик базилика. У него уже из-за жары, скажу, скорее всего, начинают на верхушках листьев появляться соцветия. И вот задача первая – это не допустить образования соцветий. Что мы делаем? Мы не внизу обрываем стебли базилика, а именно прищипываем верхушки. Вот где видите, что там начинают формироваться соцветия, вот эти все верхушечки мелко-мелко-мелко обрываем. Пальцами, ножницами – это не суть важно. Главное, чтобы вы провели эту процедуру, притом вовремя. Если базилик начнет цвести, да, вы можете его вывести из этого состояния, но он затормозится в росте, будет долго сидеть думать, и потом, может быть, при благоприятных условиях продолжит свой рост. А так, пока базилик маленький, пока он такой кудрявенький, зелененький, мы спешим провести такие процедуры. Обрываем верхушечки побегов, там, где видно, что формируется соцветие. И все. Вот так регулярно проходимся раз в недельку, обрываем верхушечки стеблей. И в результате этого кустик становится все пышнее, пышнее, зеленая масса нарастает все больше и больше. И таким вот образом вы можете сохранить прирост молодых листочков на базилике до самой осени. Вот такая простая процедура. Я думала, что многие об этом знают, но оказывается нет. Делюсь с вами своими секретиками. Всем вам желаю урожайных грядок. Всем пока-пока, всем удачи.